Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня я решил записать очередной сборник итальянской эстрады на кассету. Прошлое я записывал и выложил перед Новым годом, то есть почти год назад. Вот решил в этом году тоже сделать подобное. Песни подбирал, накопил определенное количество. Надеюсь, хватит на один или даже два выпуска. Тестировать буду заодно кассету, на которую раньше никогда не записывал. Вот такая кассетка Sony ES1. У меня такая всего одна штучка, бэушная. По качеству ленты, конечно, ничего не понятно. Может быть, она уже потрепанная жизнью. Вот так выглядит кассетка. Довольно оригинально. 70 минут длительность. Первый тип. Сначала попробуем откалибровать под нее деку. В среднем положении движка уровень даже от отдачи низких частот выше, низких как бы чуть меньше. Где-то так. Есть некая нестабильность, может быть, из-за того, что лента не новая. Или просто уже много лет прошло. Файлы, значит, которые используются для записи в качестве источника, взяты из разных мест, поэтому там у них может быть и разное качество, и разный уровень. Будем подстраивать в процессе записи. La sola che amerò
diversi e raggiungibili, eppure tu sei sempre stato qui, qui con me, come se fossi al posto del cuore. Le poesie in realtà non si scrivono, come se fossi tu la mia parte migliore, la sola che amerò, la sola che eternamente avrò. Soltanto e non voglio rassegnarmi a rinunciare adesso a te come un sogno proibito, a questo amore che in te ho appena trovato. Al di là del cielo blu c'è chissà cos'è l'amore, c'è chi sente quanto è intenso, quanto questo amore è immenso. C'è chi ascolta quando è sera questa timida preghiera sussurrata con il cuore per difendere un amore. C'è chi ha capito che è un amore pulito. Ditemi chi ha mai visto le rughe sul cuore, gli anni scavano il viso ma non cambiano il sorriso. E se il pensiero del domani mi sa spaventare, ripenso quando tu non c'eri e mi spaventa più il mio ieri. Al di là del cielo blu c'è chissà cos'è l'amore, c'è chi sente quanto è intenso, quanto questo amore è immenso. C'è chi ascolta quando è sera questa timida preghiera sussurrata con il cuore per difendere un amore.
solo. Ci fossi tu. Cielo, terra e il mare c'è, ma anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederai perché ci credi anche tu. Una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi sarà, sarà quel che sarà del nostro amore, che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani. Basterà. E quando avremo qualche anno di più, se a dirmi t'amo sarai ancora tu. La mia dolce gelosia ti terrà un po' compagnia ogni volta che andrai. Ну вот мы практически записали одну сторону кассеты. Осталось там вполне, думаю, мало времени, поэтому я ее остановил. Лента вот довольно хорошая. Вообще, как бы, если бы изначально была она новая, то практически идеальная. У нее довольно хорошая перегрузочная способность. Но вот само состояние ленты, как бы, конечно, не идеальное. Несколько раз было слышно, там вот как от поджеванности, такие вот дефекты поверхности. Ну вот в начале тоже некие, тут не фокусируется, к сожалению. То фокусируется, то не фокусируется. Как хочет. В ручном режиме еще может быть, да.
общем, видите, что лента не идеальная. А так, кассетку, если новенькую такую прикупить, то очень даже неплохо будет. Рекомендую. Записывается довольно хорошо. Сейчас, я думаю, можно будет попробовать записать на другую кассету.